Так, уважаемые студенты, давайте посчитаемся, чтобы никто не потерялся. Опять же, так же, назовите первый, второй. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый. Одиннадцатый. Двенадцатый. Четырнадцатый. Пятнадцатый. Все, все назвали себя, 15 человек. Значит, инструктаж. Первое. Не трогать потолок ни руками, ни головой. Второе. Не трогать никакие подпорки, перегородки, все, что может упасть. Все. Леточек мышей не трогать. Ну, нежелательно. Мы сейчас пойдем, и мы будем ходить примерно час, может быть, полтора по пещерам. Не паниковать. То есть мы сейчас на самом деле уйдем, мы сейчас можем заблудиться, мы сейчас можем очень долго ходить, будет темно. Узко. Главное не паниковать. То есть мы все равно выйдем. Здесь всего один выход на данный момент. Просто мы можем случайно свернуть не в тот ход, потому что ходов очень много, они одинаковые. Вот. То есть, главное не бояться, мы все равно отсюда выйдем. Просто мы можем походить не час, а час 10, да, или 40 минут, или полтора часа. А потом мы поедим, будет обед. Все, всем спасибо.